сожалению, во многих местах группировки Снежного Барса были практически истреблены. Когда мы начали работать в 2010 году на Алтае, мы 2 года не могли тут найти ни одного снежного барса. То есть фотоловушки стояли вот на протяжении там, 1,5 или 2 лет. В них не было зафиксировано ни одного. Потом он начал отмечаться. Проблема со всеми исследованиями по снежному барсу, которые сейчас проводятся, это проблема методологическая. Все работают по-разному. В итоге мы имеем кучу разных данных по разным государствам, которые, в принципе, нельзя суммировать. Мы сейчас идем вниз, здесь буквально 200 метров. И у нас там стоит фотоловушка уже больше года. Мы ее периодически проверяем. Ну и посмотрим, что там на ней. И когда появились фотоловушки, это сравнительно недавно произошло. Это был такой целый скачок в исследовании снежного барса. Потому что ученые теперь в руки ученым попали не только следы, которые раньше были, и главная информация о снежном барсе, но и непосредственно его фотографии. Что мы найдем новых животных. Но это не будет говорить о том, что численность возросла. Это будет говорить о том, что мы найдем новых животных. Чтобы иметь эффективные методы сохранения этого хищника, мы должны знать реальную картину того, что сейчас с ним происходит.